Ранее мы рассказывали о серьезной для горожан, в частности, жильцов многоэтажек, проблеме кражи приборов учета тепла, которых на старте отопительного сезона недосчитались в количестве 124 штук. На последнем заседании профильной комиссии директор концерна «Городские теплосети» Александр Грек заявил, что в ноябре планируется установка примерно половины счетчиков взамен похищенных, а в декабре будут установлены остальные. По его словам, в качестве антивандальных мероприятий в подвалах, где монтируются приборы учета, поставят двери и решетки. На все процедуры решением прошлой сессии горсовета выделено более 3 миллионов гривен, сообщает сайт мэрии.